Санечка, нам идти уже? Ты готова? Ты готова? Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать на канал Паранот. У нас необычное видео, такое чисто женское. В гостях самые замечательные гости. Мы их так ждали. И, конечно же, мы не упустили возможность снять видео с нашей маленькой Софией, замечательной гостьей. Это моя дочка Женя старшая. Приехали они издалека, ненадолго. Заполнили дом детским смехом, радостью и любовью. И, конечно, любовь к парфюмерии тоже присутствует. Мы постараемся сделать наше видео максимально позитивным, да, и интересным. Если что-то будет непонятно, мы будем переводить, потому что наша Софи говорит в основном на английском, поэтому уж очень просим изменить нас за, может быть, какие-то... За акцент. Да, за акцент. Софи, ты уже сделала макияж? Ты готова? Да. Да, замечательная. Поклонница Эльзы и Анны, как видно, да, по кофточке. Вот, поэтому иногда мы Софи называем Эльза. А иногда Анна. Иногда Анна. По настроению. Да. Ты кто сегодня? Эльза или Анна? Эльза. Эльза. Я тоже думаю, похоже ты на Эльзу. Да. Сегодня. Ну что, Софи, показывай, какие у тебя ароматы. Как ты думаешь, как пахнет Эльза? Снеговик. Снеговиком? Снеговиком пахнет. Вот такой замечательный аромат. Естественно, Софи не осталась без... Не осталась без внимания. Естественно, у Софи есть аромат Эльзы, да? Тебе пахнет снегом? Да. Пахнет снегом. А еще чем пахнет? Вау. Свежими цветами. Да. И семицветик пахнет. А, цветик-семицветик. Вот как замечательно. А, вот теперь мы знаем, как пахнет цветик-семицветик. Он пахнет? Эльзой. Да. Исполнениями желаний, да? Исполнением желаний. Да, мы да. Сейчас попробуем, как ребенок реагирует на довольно-таки взрослые ароматы, да? Которые называются Pink Sugar, розовый сахар от Акулина. Давай послушаем, давай понюхаем, как пахнет этот аромат для тебя. Ну-ка, расскажи. Как ты думаешь, взрослый человек может носить такой аромат? Ну, думаю, может. Разве что дома, да, как-то для себя, для настроения. Думаю, да, для... Когда настроение такое Pink Sugar. Чем тебе пахнет? А ну-ка, понюхай крышечку. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Ну, в общем, когда хочешь пахнуть маршмеллоу. Когда вкусное настроение. Да, тогда можно нанести на себя аромат Pink Sugar. Да, Софи, можно облиться им. Ну что, ты попробуешь Pink Sugar? Да. Давай. Вау. Вау. Супер. Ну, теперь супер. Не могу понять, это маршмеллоу или Софи прошла здесь, а? Маршмеллоу. Ну, если честно, для меня этот аромат немножечко инфантильный. Ну, как бы да, но, опять же, это под настроение. Под настроение, да. Когда мы встречаемся, мы всегда с Женей живо обсуждаем аромат, несмотря на то, что нас объединяет близкие родственные связи, да, как дочку с мамой, у нас разные вкусы и разные восприятия. Например, да. Аромат молекула мной обожаемый. Расскажи, как ты слышишь этот аромат? Ну, такие огурчики сразу, да? Огурчики, да, такие это огурчики правда. И, ну, как-то, ну, я не знаю. Не очень, не твое, нет, да? Да, как-то вот что-то не то. Потому что, когда я наношу на себя молекулу, Женя всегда мне говорит, пахнет свежими огурцами. Огородом каким-то, да? Я бы не сказала, что свежими огурцами. Даже не свежими, даже солеными. Малосольными, да. Вот, пожалуйста. Да, малосольными. Софи, а как тебе слышится этот аромат? Что давай я тебе на салфетку нанесу. Хочешь? Как ты слышишь этот аромат? Цветочек. Цветочком пахнет? А какой цветочек? Семицветик. Цветик-семицветик? А вот так послушай. Мне кажется, вот этот аромат как раз пахнет Эльзой, София. Нет? Нет. Семицветик. Цветик-семицветик. Вот видишь, огурцов ребенок не слышит. Покажи ароматы, которые ты выбрала из
моего парфюмерного гардероба. Я так поняла, что у Жени свое видение ароматов. Ну да, она, мама мне постоянно подсовывает какие-то свои, какие-то свое видение на ароматы. И ароматы, которые она думает, что тебе подойдут. Либо да, она тестирует как-то меня, не знаю. Ну и, конечно же, не остался без внимания. Том Форд. Вельветовая орхидея, да. Ну, у меня есть черная орхидея. У тебя есть черная орхидея и есть Lost Cherry. Так как я поклонник Тома Форда, черной орхидеи, так интересно, мы разговаривали о первых ароматах, которые вот самые такие запоминающиеся были. Вот, и первый аромат был Lancôme Гипноз. Да, Lancôme Гипноз. И тогда, когда я дала право Жене выбрать аромат самой, я не разделила с ней ее вкус, Lancôme Гипноз. Для молодой девочки это было несколько тяжеловато. Ну да, вот что-то такое зацепило меня в этом аромате, и я не возвращалась к нему. Я его выпила, но не возвращалась больше к нему. И через время ко мне попала черная орхидея, и вот как будто вот, да, вот аромат тебя уносит обратно вот в какие-то моменты жизненные, да, и вот машина мне очень, времени, да? Да, вот мне очень как-то вот почему-то вот пришло вот воспоминание о Lancôme Гипноз. Хотелось бы спросить, может, у кого-то еще черная орхидея вызывает какие-то ассоциации? Интересно, такой, да. Очень, да. Потому что, в общем-то, хотя ты знаешь, наверное, да, сладкая такая нега, несколько пряная. Нет, какие-то специи, какой-то такой, может, даже анис. Вот что-то вот такое я слышу. Хотя почерк дома разный. Выхватывает какие-то. Угу. В общем, вельветовая орхидея едет далеко. И мне будет греть сердце тот факт, что, нанося вельветовую орхидею на себя, Женя уже будет еще раз возвращаться домой мысленно и вспоминать о маме. Это хорошо. Еще одна бархатная такая находка. Квинта Канта из серии ядов. Да, да, рицина, да. Рицина, да. Вот тоже такой очень-очень интересный. Вот нанесла его. Такой. Как ты его слышишь? Вот мне интересно. У нее всегда свое мнение, свое видение. Вот мне всегда было очень интересно твое мнение. Ну, он такой, я бы назвала его, наверное, пудровым. Серьезно? Угу. Правда? Только такая, наверное, современная пудра, немножечко такой, дерзкая, нет? Такой, нет, он не дерзкий. Но он очень шлейфовый. Он аромат. Может быть шлейфовый, он как-то сразу, он даже при нанесении нет такого, как в нос не дает. То есть нет такого, что его можно сразу нюхать сразу, как только нанес. Он трансформируется, спокойный. Потом появляется пачули. У него в этом аромате, если я не ошибаюсь, заявлен дубовый мох. Вот в шипрах в старой школы часто бывает дубовый мох. Понятно, что это не натуральный дубовый мох, а синтетика. Можешь поправить макияж, Софья. Хочешь макияж поправить? Да, вот видно, пожалуйста, в камеру. Макияж поправляется очень легко. Тебе можно. Нам уже нельзя. Вот. Он очень шлейфовый. И, конечно, я поделюсь с Женюшей на какие-то особые случаи. Да, с радостью. Да, это аромат, который, в общем-то, очень похож на флёр наркотик, но более стойкий, более насыщенный. Вот выбор такой. Женя любит, оказывается, аромат и потяжелей. Собственно, ничего не изменилось. А я ей какие-то легкие, свежие. Она мне огурцы. Огурцы. Нет, не надо мне огурцы, да мне. Да. Что-то. Не, ну да, классный. Классный аромат, очень-очень стойкий. Может быть, не на каждый день, но иногда очень. Но я тебе хочу сказать, мне как-то ароматы заходят по цвету бутылки, я заметила. Да, тоже. Насколько я вот, например, даже поклонник Тиффани цвета. Бирюзового, да? Вообще как по. Хочешь идти? Не уже? Заходит мне цвет. Хочешь идти уже? Давай. Ну все, говори всем. Пока-пока! 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 Продолжаем тему соответствия цвета, да, и звучания аромата. То есть да, ты считаешь, мне кажется, что есть. Да, есть какая-то какой-то баланс цвета и запаха, потому что, ну, как-то вот очень
Я очень люблю фиолет, вообще весь спектр сирень, фиолет, как бы, и для меня Том Форд это такая логическое продолжение цвета, вот я бы так сказала. Если я закрываю глаза, у меня сразу, да, наверное, даже я бы не видя флакона, я бы даже сказала, что это фиолетовый. Ну да, 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 да. Фиолетовый, либо какой-то... И вот здесь глубокая бирюза тоже, ты считаешь, подходит? Ну, поначалу вроде бы нет, но потом этот аромат тяжелеет и становится довольно-таки мощный. Он набирает оборотов, понимаешь? Я бы сказала, даже не бирюза, а какой-то такой, вот больше бархат, наверное, в этом случае, знаешь, вот такой, нежели сам цвет. Как для меня удивительно, что ты услышала в нем пудру, честно как говоря. По-твоему, аромат или заходит, или не заходит, или бывает так, что аромат сразу не подходит, а потом любовь случается со временем? Ну, у меня не случалось, но я думаю, что такое может быть. Все равно же мы меняемся в течение жизни, правильно? Соответственно, меняются ароматы. Вкусы, мода. Я думаю, что на нас влияет очень много факторов, в том числе маркетологи. Да, я думаю, что еще надо не бояться экспериментировать, потому что все пробовать надо. Да. Если ты не попробуешь, ты, ну... Еще заметила, что ароматы можно даже, так интересно, мне кажется, можно даже вслепую, когда мама говорит об аромате, который ей не нравится, это 100% попадание. Мне он 100% нравится. Ну да, такое это уже было не раз, и я просто закрытыми глазами говорю, мне этот аромат уже нравится. Да, да, потому что даже без пробы. Сегодня утром я наносила ей ароматы, как мне кажется, ну просто идеально ей подходившие, и я услышала про огород, укроп, я не знаю, морковку, еще какие-то овощные культуры. И вот два аромата, которые зашли. Вельветовую орхидею Женюша повезет к себе домой, а рицину мы заделим. Да. Вот. Поэтому вот такое болтологическое видео, небольшой обзор. Просто хотели поделиться радостью от встречи, познакомить вас с маленькой Софьей. Любительницей парфюмерии. Да, тоже любительницей парфюмерии. Она ходит, буквально обливает нас своим детским ароматом. Она обливает себя, потом, когда уже нечего обливать, она обливает нас, потом она обливает своего брата. Да. И мы все пахнем Эльзой. И мы все пахнем Эльзой. Возвращаемся в детство, это здорово. Да, я думаю, она появится пустым флаконом. Да. Ну что, мы заканчиваем наш короткий экстренный выпуск. Всего хорошего, до новых встреч на канале Паранот. Пока. Пока-пока.